В областном центре прошел финал конкурса «Казахша Квиз». За звание эрудитов боролись сотни участников от 14 до 35 лет, представляющих разные сферы деятельности. Такое же количество отсеялось в ходе промежуточных игр. Интеллектуалов отбирали в течение нескольких месяцев во всех сельских населенных пунктах, районах и городах области. Вопросы нам готовили в Астане, то есть мы заказывали прямо. И у нас прям такие хорошие вопросы. Есть логические вопросы, есть по Маңғыстауской области, есть, например, история Маңғыстау. И есть некоторые вопросы по логике, ну, разного жанра. «Казахша Квиз» – пилотный проект управления молодежной политики. Несмотря на первый старт, маңғыстауцы продемонстрировали отличный результат и энтузиазм. Мы смотрели опыт больших городов. Есть команды, которые играют каждую неделю. Это новая волна, новое сообщество среди молодежи. В нашей команде всего 5 человек, и каждый силен в своей теме. Я, например, отлично знаю историю нашей области. Кто-то силен в логике, поэтому настроен в первую очередь на хорошую игру, так как и соперники достойны. Ну а если проиграем, то не сильно расстроюсь. Зато я открыл для себя новую игру «Квиз» и планирую играть в нее чаще. Победителем интеллектуальных игр стала команда акимата Бенёсского района. Вторыми стали участники предприятия «Узенмунайгаз». В тройку лидеров вошла и команда «Старейшина» из Актау.